В Краматорске вместо детей бойцов АТО на бесплатный отдых в Хорватию поехали дети местных чиновников. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнаб. Из 15 человек группы 11 оказались детьми бизнесменов и госслужащих. Среди них активисты узнали отпрысков трех заместителей городского головы, депутатов горсовета, а также ребенка директора краматорского магазина «Бутика», где детей других влиятельных людей города. В то же время журналист отметил, что важным критерием отбора было наличие биометрического паспорта у ребенка. Все детали скандала уже выясняют журналисты подробности и готовят на завтра материал.